И здесь, да, большей части нашего народа придется пройти процесс принятия решения, что моя квалификация должна быть выше, чтобы осталось живым мое отечество, мой народ и я сам лично с моей семьей и детьми. Этот процесс придется сделать. За людей их мозги никто включать не будет. Никакой Путин. И поэтому мы сейчас и говорим, что мы пошли по пути уже неизбежности победы, но находимся в периоде его хаоса, его неустойчивости, ненаучности, глупости его участников, ну, части участников, конечно, штабы-то, ну, подготовлены, части его участников, использование в темную участников национального освободительного движения, как Вагнера. Хотя в темную использовать человеку, это стыдно должно быть человеку, понимаете, я считаю. Если кого-то использует в темную, этот человек, ему должно быть стыдно. Он позволил не думать о своей судьбе. Понимаете? Но, к сожалению, эту часть научного, ну, как бы осмысления, осознания процесса нам придется пройти.